что начинаем нашу конференцию. Сегодня у вас в гостях главный тренер команды «Динамо Знарок» Олег Валерьевич, команда «Локомотив» Воробьев Петр Ильич. Ну, прежде всего, всех вас с праздником Крещения, с хорошей игрой, которую показали команды. И первое слово нашим гостям, пожалуйста. Ну, конечно, с такой командой, как Петр Ильича, всегда тяжело играть. Вдаваться в нюансы я не собираюсь, так уж рассказывать почему, но все его команды так играют очень плотно, жестко, и поэтому тяжелая игра была. Благодарен ребятам, что они вылезли с 0-3. С победой, Динамо. Спасибо. Спасибо вам, Петр Ильич. Ну, я скажу так, удачно, и первый период сложился, и, в общем-то, ничего не предвещало, но соперник очень опытный и чутко перехватил инициативу во втором периоде. И, в общем, наши нападающие стали меньше владеть шайбой, не приводили шайбу в зону, ее там не сохраняли. Вот. Ну, что и нужно было сопернику, они, в общем, начали там кормить наших защитников за счет сбрасывания, за счет плотной игры. И мы, в общем-то, провалили второй период. Ну, к сожалению, вот плохо учимся еще. Потому что, скажем, конечно, при счете 3-0 пропустить 3, значит, атаки сходу. Ну, это по-ребячески, так, не по-взрослому говорить. Да, потому что первый гол вообще там проспали, там 1-0 практически, потом 2-1. Вот. Ну и вот последующие тоже голы. Ну, последние в численном большинстве там. Ясно. Вот. Но сам принцип, вот эти три гола, конечно, когда в атаке сходу, это, конечно, защитники занимались больше не своим делом, там по тылам бегали, там что-то в чужой зоне пытались там обыгрывать. Вот. Надо своим делом заниматься. Ну, в общем, одна команда опытная и обученная. У нас, к сожалению, пока вот мы поэтому на таком месте никак не можем сдвинуться, сделать шага вперед. Жалко болельщиков, конечно. И не жалеем свой труд, вот так бы сказал. Спасибо. Ваши вопросы. Переходим к вопросам. Пожалуйста. Петр Ильич, а вопрос. Кто в игре хорошо сыграл? Колесник с Казанским и Барсом. Да. Сегодня стал центром. Немножко показалось, нервничал поначалу. Или может быть, не нервничал. У нас запрограммировано там. Это первое. А второе. Ну что там, его расстреливали во втором периоде так, что, ну может быть, вот в последней шайбе, когда добивание там, а так до этого, ну что-то. Всем спасибо. До новых встреч.